Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участники совместного проекта «Богатство и благополучие». Ну что, давайте подведем итоги за апрель месяц. Посмотрим, что у нас навышивалось, какие у нас итоги. Есть и готовые работы, и есть, конечно же, новые старты. Все очень-очень интересное. Конечно же, для тех, кто думает вступить в совместный проект, есть возможность. Вы можете перейти по ссылке в группу ВКонтакте «Вышиваем вместе» и подать вашу заявочку, сделать фотографию процесса, вашего старта и, конечно же, описание процесса. Также хочу напомнить или объявить о том, что создан альбом с готовыми работами по нашим трем СП «Ветер в гриве», «Богатство и благополучие», «Любящие сердца». Туда нужно добавлять фото готовых работ, потому что по итогу наших совместных проектов состоится розыгрыш и, конечно же, будут подарки. Пока только один подарок я подготовила, ну а может быть будут еще подарки, поэтому обязательно добавляйте ваши готовые работы. Ну что, поехали, посмотрим, какие у нас результаты. Итак, давайте посмотрим отчеты девочек. Ангелина Орлова отчитывается по набору «Золотое руно к дальним берегам». Набор входит в канва Цвайгард 16-го аккаунта и ниточки Мадера. Также есть ниточка, которая светится в темноте. Пишет нам Ангелина, что за месяц отшилось всего 1/3 фрагмента, хотя даже и таким продвижением рада. Хоть не заброшен, а двигается. Это правильно, хоть по чуть-чуть процессы продвигаются. У Ангелины, как всегда, очень красивые и стильные фотографии. Ну, а за подробностями заходите на канал к Ангелине. Ссылочка в инфобоксе. Татьяна Петрова представляет нам готовую работу, выполненную по наборе фирмы Лука С. И пишет нам Татьяна, что производитель предлагал на выбор вышивать работу на основе 14 или 16 аккаунта. Канву 14 аккаунта, вложенный в набор, я все же заменила на Мурану и не пожалела об этом. Чудесные ниточки анкор, простая работа, но бэк делала, смотря на обложку набора. Отдельная схема бэкстича для меня оказалась непонятной. И еще один недочет, на мой взгляд, облака по инструкции вышиваются полукрестом в две ниточки, что я и сделала, а на обложке полукрест выполнен в одну. И так действительно получилось бы лучше. Ну, работа на самом деле действительно очень-очень красивая, настроенческая, ну и как раз по сезону сейчас уже к нам лето скоро придет, поэтому и работа очень в тему. Поздравляем с готовой работой, ну и, конечно же, желаем поскорее свершению загаданного желания. Людмила Хараян потихонечку растит свою тыковку от фирмы Mill Hill. Мы видим, что крестиками зашиваются все пространство, постепенно то, что есть по схеме. Тыковка практически готова, конечно же, будет вкусный и красивый бисер от фирмы Mill Hill. Ну и скоро эта красота уже предстанет перед нами. Ну, я надеюсь на это. И, конечно же, у Людмилы есть еще один замечательный наборчик, тоже от Mill Hill, который будет вышиваться в нашем совместном проекте. Поэтому ждем отчетов. Светлана Кузнецова продолжает работать над своим оберегом, который вышивается на пластиковой основе. Первая сторона уже полностью готова и бэкстич, ну и вторая сторона тоже потихонечку отшивается. Останется, конечно, завершить работу и собрать данный оберег. Будет очень замечательная вещь, которая будет украшать интерьер. Татьяна Муратова вышивает оберег «Богатство». Пишет, что за апрель продвижения были совсем маленькие. Но, тем не менее, работа двигается. Осталось, в общем-то, здесь уже немного бэкстич и некоторые отделочные моменты. Я думаю, что скоро мы увидим готовую работу. И получается, на мой взгляд, очень-очень красиво. Ирина Серегина у нас вышивает
сложные, непростые схемы. Ну, во-первых, вышивает 50 советских рублей. Это разработка Ольги Евдокимовой. Очень здорово продвинулась эта работа, и мне очень нравится, как все получается. Смотришь на этот полтинник и прям ностальгируешь. Ну, а также Ирина заявляет и продвигает второй процесс. Это авторская схема от Надежды Антоновой с сайта Вышивай.ру, вот такой золотой карп. И очень хорошее продвижение есть по данной схеме. Вот смотрю и вдохновляюсь. Нужно тоже научиться так продуктивно вышивать. Елена Канева представляет нам готовую работу фирмы Dimensions 35-120 «Бабочки бамбук». Вышивается на тонированной основе, размер готовой работы 20 на 36 сантиметров. Посмотрите, какие хорошие фотографии можно рассмотреть, всех бабочек, какие они яркие, какой красивый аккуратный бэкстич. Конечно же, очень красивый бамбук, ну и тонированная основа придает этой работе особенного шарма и создает определенную атмосферу. Ну и, конечно же, Елена продолжает работать над своим сэмплером B-сэмплер от Lilias Studio. Хорошо продвигается работа. Ну и пишет, что в мае будем ждать финиш. Мы на это надеемся и ждем отчета. Юлия Переплетчикова вышивает набор фирмы RTO под названием «Коронованные плоды». Дизайн разработан по мотивам картины Марии Павловой «Мулине ДМС», основа 14 каунта. Размер готовой работы будет 35 на 35 сантиметров. Пишет нам Юлия: «Мои продвижения за месяц. Вышился еще один гранатик и много фона. Количество отшитых крестиков назвать не могу, потому что люблю вышивать по бумажной схеме. Море удовольствия приносит процесс, а разноцветные ниточки не дают соскучиться». Конечно, такая красота получается. Следим за процессом. Лариса Киселева вышивает оригинальный набор фирмы «Панна», оберег домашнего очага. Размер работы будет 30 на 30 сантиметров. Пишет, что в этом месяце продвижения небольшие, но тем не менее первый ряд работы отшит. Очень красивый кружевной, появилась даже кошечка и цветочки. В общем, процесс идет, ну а мы ждем новых отчетов. Елена Хлюстова вышивает авторскую схему Натальи Черепановой «Аквариум» по рисунку Алексея Долотова. Размер 300 на 225 крестиков. Канва здесь Белфаст 32 размера. Размер готовой работы будет примерно 48 на 36 сантиметров. Используются 52 цвета, 6 блендов, ниточки СХС. И вот такой вот отчет нам присылает Елизавета. Пишет, что вышивается очень интересно, так как здесь очень много мелких деталей. И вот действительно, эту работу сколько будешь разглядывать, и постоянно будешь находить что-то новое. Особенно впечатляет количество мышек, которые просто находятся везде и заняты различными действиями. В общем, мы с удовольствием наблюдаем за ростом работы и ждем новых отчетов. Наталья Ступак присылает нам отчет по наборчику Custom Crafts «Подсолнухи». Пишет, что закончился еще один лист, вышился. И Наталья выходит на финишную прямую. Пишет, что вышивается легко, интересно, ярко и красочно. Вышиваю не спеша, наслаждаюсь процессом. Но тем не менее, видно, что процесс у Натальи летит. Вот говорят, что Custom Crafts сложный, хотя есть и сложные, и не очень сложные разработки у Custom Crafts. Здесь видно, что настолько работа вдохновляет, что она действительно летит. И яркая, сочная, солнечная, невозможно оторвать глаз. Замечательный процесс. Дарья Ибрагимова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно». Называется «Ночная песня». Размер работы 37 на 28 сантиметров. Вышивается на иде 16 каунта. Используется мулине Мадера 36 цветов, а также светящаяся ниточка. И посмотрите, как хорошо продвигается этот дизайн у Дарьи. Вышита практически половина работы. Очень красиво все получается. И очень интересно посмотреть на полностью готовую работу. Поэтому ждем с нетерпением.
Закат, море, кораблик, романтический сюжет вышивает у нас Элиза Элиева и очень хорошо продвинула данный процесс. Это набор фирмы РТО, и, как мы видим, он уже идет к завершению. Поэтому скоро, я думаю, мы увидим готовую работу. Ирина Силаева, как всегда, вышивает много процессов. Во-первых, у нас здесь кораблик, который Ирина вышивает по авторской схеме из Инстаграма. Здесь используется 10 цветов ниточек ДМС плюс 4 бленда. Используется крест, полукрест и также бэкстич. Размер работы 130 на 230 стежков. Очень идет хорошее продвижение. Ну а также Ирина разбавила эту работу небольшими пинкипами, вышитые рыбки, пузырьки, пинкип и без корню, вышитые по дизайну мариоли с ниточками шерстяными. Все вышито и сразу собрано, готово. Ну а также Ирина добавляет еще один дизайн. Это разработка фирмы Joy Sunday. Вышивается на чистой основе. Называется «Романтический пейзаж». «Романтический Париж». И пишет нам Ирина, что зонт – символ власти и богатства. Вот так вот. Поэтому вот такие интересные работы у Ирины. Конечно же, следим за отшивом. Виктория Румянцева стартует с новым процессом. Это наборчик фирмы «Риолис» «Сотвори сама», номер 1569. Здесь у нас канва «Цвайгард». Идет Аида 10 каунта белого цвета, ниточки, шерсть акрил. И используется их 28 цветов. Техника вышивки крест в 3 ниточки. Посмотрите, какое богатство ниточек в наборе. И первые крестики уже выполнила Виктория. Красивый-красивый пейзаж. Очень он смотрится реалистично в отшиве, поэтому с удовольствием будем наблюдать за его рождением. Катерина Плотникова присоединяется к нам с очень серьезным процессом. Это дерево жизни. Размер работы будет 70 сантиметров на 1 метр. Канва здесь с нанесенным рисунком. Здесь идет полная зашивка 270 на 400 крестиков. Ниток здесь 1 килограмм 200 грамм. Представляете, по весу какой большой объем ниточек. И причем здесь ниточки не мулине, а шелк. Их 27 цветов. Пишет Катерина, что впервые вышивает шелковыми ниточками. Немножко сложнее, чем хлопком, но результат стоит усилий. И есть уже очень-очень хорошее продвижение вот за этот месяц. Конечно же, очень масштабный процесс, дизайн великолепный, будем с огромным удовольствием наблюдать за его отшивом. Я в апреле месяце совсем немножко поработала над моим дизайном по авторской схеме Надежды Антоновой с сайта Вышиваю.ру в поисках золота 2. Чуть-чуть продвинулась работа, почему-то сложно идет у меня этот процесс, я очень стараюсь, но нет у меня на него настроения и вдохновения. И чтобы хоть как-то проспонсировать свое богатство и благополучие, я решила добавить еще один процесс, это дизайн фирмы Dimensions, но это сборка клубка желаний, потому что этот процесс, набор, он раритетный, очень давно снят с производства, его уже не найти, если найти, ну, понимаете, стоит очень-очень дорого. А вышить мне эту красоту очень хотелось, давно мечталось, и я решила открыть этот набор и приступить к вышивке. Это простая серия, не Gold коллекция, вышивается на 14 каунте, здесь идет Аита, и она кофейного цвета, кофе с молоком, очень красивый, такой сочный, интересный цвет. Вначале думала заменить на равномерную основу, но когда открыла набор и посмотрела, как хорошо сочетаются ниточки с основой, я даже вот ни о чем другом не думала и буду вышивать на этой основе. Ну, точнее, я уже приступила, но на данной фотографии вы видите только как бы заявку. А уже мои первые крестики вы увидите в следующем отчете. Вот такие у нас новости. Процессы продвигаются. На мой взгляд, немножко идут сложнее. Ну, наверное, потому что богатство
и клады все-таки не так-то просто даются, но тем не менее у нас есть и много готовых работ отшитых, и процессы все очень интересные, разнообразные. Спасибо за участие, за активность. Конечно же, желаю исполнения ваших желаний, хороших продвижений. До новых встреч!